Здравствуйте, уважаемые коллеги. Целью нашего сегодняшнего вебинара является, как вы узнали из анонса, что важно знать преподавателю о персональных данных. И, естественно, здесь не надо бояться спрашивать. Вот. Все свои вопросы размещайте в чат. На что сможем по ходу эфира ответить, на то ответим. На что не сможем, соответственно, потом под постом в группе ВК. Вот, все ответы получим. Вот. В плане сегодняшнего вебинара мы рассмотрим один из кейсов. Вот, для того, чтобы мне понимать и центровать информацию, напишите в чат, вот, в какой сфере вы работаете. Высшее образование, среднее, основное. Вот, для того, чтобы мне понимать, на что мне нужно ориентироваться. Это будет здорово. Данный вебинар предназначен именно, ну, то есть он ориентирован изначально на преподавателя, а он не ориентирован на ответственных лиц, которые занимаются персональными данными в образовательной организации, либо необразовательной, вот, потому что там глубина погружения должна быть все-таки несколько более иная. То есть данный вебинар является более лайтовой, такой более облегченной версией, вот, для того, чтобы взять и использовать. Вот, и сфокусировать ваше внимание на каких-то моментах, которых вы нарушаете непроизвольно. То есть не хотя нарушать, но вы его все-таки нарушаете. Вот. У нас есть два ответа. Высшее образование. Хорошо. Значит, соответственно, кейс возьмем из высшего образования. Вот. А где вы можете непроизвольно нарушить законодательство о персональных данных? Вот. А вы достаточно вольны в избрании инструментов в работе со своей аудиторией. И наиболее продвинутые преподаватели, как правило, пользуются сторонними сервисами для того, чтобы внести некоторую долю интерактива в работу со студентами, для того, чтобы проводить какие-то экспресс-опросы, поднимать какие-то дискуссионные темы. Вот, и вызывать их к размышлению. То есть, например, все мы смотрим, например, я с большим удовольствием смотрю вебинары Марины Орешко, которая приводит очень много всевозможных сервисов, куда можно пригласить своих студентов, вот, для того, чтобы внести интерактив. Вот. Соответственно, многие из этих сервисов, они требуют того, чтобы в них произошла регистрация. То есть не просто из веб-версии можно с ними работать. Изначально работа с персональными данными, она построена вашей образовательной организацией. Ответственность вся лежит на организации. У организации есть ответственное лицо, которое этим занимается, отслеживает. По моему опыту, это происходит несколько, ну, не так, как хотелось бы, наверное, более канцелярным языком все излагается, масса каких-то формулировок включается, которых можно было бы избежать, вот, перевести на более человеческий язык. Но получается так не всегда, пишут, как пишут. Соответственно, первое основное, что нужно сделать, мне кажется, любому сотруднику любой организации, не обязательно только образовательной, это ознакомиться с той системой локальных нормативных актов по защите и работе с персональными данными, которые в организации есть. Теоретически, если организация государственная, там точно это есть, потому что это жестко отслеживается. Если организация частная, то этот вопрос может быть пропущен. Но так вы хотя бы снимете с себя ответственность
за какое-то непроизвольное распространение персональных данных. То есть первое, с чего нужно начать, это найти, кто в вашей организации ответственный, спросить, где вы можете ознакомиться с этими локальными актами, посмотреть их и, соответственно, задать вопросы на то, что именно вы должны делать на своем рабочем месте, в своем процессе, вот, и где вы можете пропустить и случайно это сделать. Вот. То есть, повторюсь, часто бывает при регистрации на сторонних сервисах, это такая наиболее частая ошибка, когда мы хотим из лучших побуждений для того, чтобы разнообразить образовательный процесс, повысить включенность, вот, мы вводим сторонний сервис, и получается, что именно мы собираем персональные данные для того, чтобы сделать это централизованно. А по факту получается, что именно мы с этими благими намерениями и нарушаем законодательство. И, соответственно, претензии потом могут быть предъявлены именно к нам. Вот. Значит, касательно кейса. Был такой прецедент, вот, когда преподаватель решил вывести своих студентов на внешнюю площадку, вот, для участия в конкурсе. Для того, чтобы их там зарегистрировать, он собрал с них их персональные данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные для прохода на мероприятие. Данное мероприятие, оно не было запланировано в учебном плане. Вот. То есть это была исключительная инициатива самого преподавателя. Данные с них собрал, всех зарегистрировал, все поучаствовали, и как это в наше время очень даже применяется, если не запечатлели на фото-видео, не выложили в соцсеть, значит, всего этого не было, и мы в этом не участвовали. И на своей личной странице разместил фотографии с этих мероприятий, написал, кто какое место занял, вот, кто там был. Очень много видео, фото, контентом страница была наполнена очень даже слишком. Вот. Но нашелся студент, который решил, ему что-то там где-то не понравилось, и он решил вот отыграться, почему-то объектом нападок избрал именно вот этот факт. Вот, и начал заваливать деканат своими требованиями о том, чтобы убрать эту информацию, о том, что незаконно используют его фото-видеоизображение, вот, о том, что он не давал на это согласие, и вообще, какое право институт имел все это размещать. Институт, естественно, открестился от того, что у нас такого мероприятия не было, мы его не организовывали, и, соответственно, все вопросы встали на преподавателя. То есть все замкнулось на преподавателя, на самого. Из этого делается вывод. То есть всегда, когда вы берете персональные данные, объем персональных данных, то есть что подпадает под персональные данные, вот, вы можете легко найти в интернете. То есть в основном мы работаем с обычными персональными данными. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, возможно, в какой-то степени уровень образования, потому что у организации, у нее, как правило, и цели, и категории персональных данных, они у нее уже зафиксированы, отражены в политике, отражены в согласиях, и при приеме, при работе с контингентом, соответственно, все вот эти документы, они обновляются и содержатся в надлежащем виде. Когда вы работаете, соответственно, вы должны понимать, вы работаете сейчас, в данный момент, на организацию, то есть в рамках организации, или же вы делаете что-то, принимаете вот эти персональные данные в
собственных каких-то целях, то есть выходите за рамки. Потому что в случае, если вы это делаете в рамках должностных обязанностей, соответственно, ваша организация, она несет за это ответственность, вы исполняете трудовую функцию, и никаких вопросов, если они какие-то вопросы возникают, соответственно, они все адресуются к организации, организация на эти вопросы будет отвечать. Если же вы выходите за рамки этого, соответственно, оператором становитесь уже вы. И все требования, которые предъявляются к оператору персональных данных, они уже предъявляются конкретно к вам. Вот. Где еще данная информация может быть использована? За пределами основного места работы. То есть многие из коллег работают в институте, параллельно работают в организации ДПО, своей либо чужой. Вот. И, соответственно, там с этим могут тоже столкнуться. Если, опять-таки, вы работаете на чужую организацию в качестве приглашенного спикера, лектора, то все эти же правила, они, соответственно, ну, которые по основному месту работы, они распространяются и на то. Вот. Если же это ваша личная там, мини-онлайн-школа, вот, или что-то подобное, то вот здесь нужно серьезно обратить внимание, потому что штрафы там ну, абсолютно не детские. Оператором персональных данных может являться любое лицо, даже без какого-то специального статуса. Если на данный момент у вас какие-нибудь вопросы, коллеги, пишите в чат, и, соответственно, мы смогли бы их рассмотреть. Если вопросов нету, то будем продвигаться дальше. Пока ничего не появляется, соответственно, давайте пойдем дальше. Каким еще образом можно скомпрометировать, точнее, непроизвольно нарушить законодательство о персональных данных? То есть можно скомпрометировать свою пару, логин-пароль. За этим организация, как правило, следит, то есть ваш работодатель, он это отслеживает, и на этот случай вы должны быть теоретически проинструктированы, что если пара скомпрометировалась, логин, пароль, соответственно, об этом нужно сразу же писать докладную записку, потому что необходимо предпринимать меры по криптографии. Вот, необходимо делать замены, вот, и у организации возникает обязанность по информированию Роскомнадзора по этому предмету. Вот. Мы с вами проговорили, что это возможно при регистрации на сторонних сервисах. Вот. Публикация достижений на каких-то личных страницах, то есть на неофициальных ресурсах вашей организации. Вот. То есть, как правило, именно здесь случается такой вот непроизвольный прокол. Вот. Каким образом от всего, от таких неприятностей можно предохраниться? Давайте резюмировать. Значит, нужно просмотреть внимательно локальный нормативный акт своей организации, определять в моменте, в чьих целях вы работаете в данный момент, то есть своей организации работодателя, или же вы делаете это вне своих должностных обязанностей. Потому что от этого зависит, организация является в данный момент оператором, вот, либо же вы лично. Очень важно бывает, когда, ну, я не знаю, насколько часто это практикуется в системе высшего образования, в системе общего образования прям очень часто, вот, что публикуется информация в виде там, фотографий, видео. Вот. И здесь очень важно понимать, что согласие на распространение изображения, потому что здесь считается, что
вы не раскрытие сделали, а именно распространение, потому что в соцсети доступ имеет неограниченное количество лиц. Вот. То есть публикация изображения – это отдельное согласие, оно должно быть вот, либо у организации, либо у вас, если вы действуете вне, ну, за пределами образовательного процесса. Есть ли какие-нибудь вопросы, коллеги? Вопросов ноль. И в чате тоже ноль. В процессе данного вебинара возникло ли у вас какие-то предположения, где вы сталкиваетесь с персональными данными и где вы можете совершить вот этот вот прокол? Вот. Буду признателен, если вы напишите в чат, с какими ситуациями вы здесь сталкиваетесь и что вообще вызвало интерес, то есть тема этого вебинара. Какие вопросы, может быть, вы хотели бы к раскрытию? Отсутствие вопросов, как правило, свидетельствует либо все понятно, либо непонятно вообще ничего. Информация оказалась либо слишком простой, либо совсем сложной. Вот у нас есть вопрос от Дмитрия. Какие данные относятся к персональным данным? Что считается конфиденциальной информацией? Персональные данные – это, как правило, любая пара, по которой мы можем идентифицировать и определить конкретное лицо. То есть, например, преподаватель философии из университета – это ни о чем. Да? То есть, ну, может быть, много людей, которые преподаватели философии из университета. Но если информация публикуется в городском паблике, в этом городе всего лишь один университет и всего лишь два преподавателя, один мужчина, а другая женщина, то даже на этой информации уже можно понять, о ком идет речь. Соответственно, у нас есть определяемое лицо. Мы назвали место работы, мы назвали должность, и мы можем идентифицировать, о ком идет речь. И это уже будет являться распространением персональных данных. Конечно, это очень огрубленный пример, но зато он показывает логику Роскомнадзора, когда они идентифицируют, являются ли распространенные данные персональными или не являются. То есть любая информация, по которой можно идентифицировать конкретное физическое лицо. Законодательство о персональных данных, оно защищает только физических лиц. То есть понятно, что на юридических лиц это не распространяется. Так. Возможно ли записать на видео учебное занятие, спрашивает нас Сергей. Конечно, возможно. Почему невозможно? Если вы делаете общую обзорную съемку, вот, вам нужно. Я так понимаю, что вопрос стоит о том, что вы ведете лекцию и параллельно ведете видеозапись. Вот. Во-первых, вам нужно предупредить тех, кто находится в аудитории. Если я вас неправильно понял, Сергей, то вы тогда в чат напишите, ну, уточните вопрос. Вот. То есть нужно предупредить о том, что вы ведете видеосъемку, и нужно предварительно убедиться о том, что вам уровня согласия достаточно. То есть у работодателя выясняете, я буду вести видеосъемку занятия. Вот. То есть у нас есть согласие на это студентов или нет?
Если есть, никаких вопросов к этому не возникает, все здорово, все отлично. Если нет, то лучше составить отдельное согласие, дать коллегам подписать заранее, вот, объявить о том, что занятие будет записываться, и произвести видеозапись. Вот. В этом случае никаких вопросов не будет. А общая обзорная съемка, она вообще сама по себе разрешена. Вот. И здесь вообще спорный вопрос, видео и фото. То есть относятся ли они к биометрическим персональным данным. То есть одни коллеги склоняются к тому, что да, относятся, потому что по ним можно однозначно идентифицировать, о ком идет речь. Вот. То есть перед нами прямо вот изображение человека. Что там идентифицировать еще? Вот. А другие коллеги склоняются к тому, что не так все просто. Вот. То есть это юрисдикция Гражданского кодекса, право на изображение гражданина. Вот. А к персональным данным это не относится, потому что в данный момент мы не идентифицируем человека. Вот. А в данный момент он является участником какого-то мероприятия. Вот. Но так как вопрос пограничен, то лучше не рисковать. Так. Андрей говорит, что пока слушает. Ирина присоединяется, говорит, все понятно, благодарит. Спасибо вам, Ирина. Вот. И Оксана. Так, Марина спрашивает нас, регистрация студентов на сторонних онлайн-платформах для выполнения заданий на этих платформах. Что нужно учитывать? Нужно учитывать, что студенты – люди взрослые, вы им объясняете, зачем, почему, да, то есть почему мы не сейчас в аудитории это делаем, а мы будем это делать на каком-то стороннем сервисе, вот. Это здорово, это нужно вам. Вот. Поэтому для оптимизации нашей работы, если сервис требует регистрации, вот, зарегистрируйтесь там. Вот. Вы им это говорите устно. Даже можете сказать, предлагаю вам там зарегистрироваться. Вам будет интересно, это нужно и полезно. Вот, а если они это сделали сами, соответственно, они это сделали сами, ответственность они несут за это тоже сами. Если вы соберете информацию централизованно, зарегистрируете, как был кейс с такой, в общем, есть одна очень большая компания, ну, по крайней мере, была большая, не знаю, как сейчас, вот, была она большая, она разработала хорошее программное обеспечение, очень хорошо зашло, и решили, что нужно его массово внедрять. Вот. И по примеру фармацевтических компаний и медицинских пошли по школам и стали работать напрямую с учителями, вот, говоря о том, что жизнь ваша будет легче, лучше, вот, если ваши ребята будут заниматься на нашем тренажере. Вот. Для того, чтобы они там занимались, нужно делать то-то, то-то. Как правило, это началка, вот, и так всех тяжело собрать. И многие учителя собрали персональные данные учеников и родителей, вот, и зарегистрировали весь класс. Вот. Там были претензии, я не видел судебных исков, вот, но претензии были. Компания сказала, мы ничего не знаем, вот, а у некоторых учителей были проблемы. При коллективном посещении мероприятий, выставки, конференции постоянно предоставляю по требованию организаторов ФИО, паспортные данные, контактный телефон, имейл, иначе не оформляют коллективную заявку. Да, Александр Николаевич, это вот как раз именно тот случай. То есть нужно либо проверить, что в согласиях написано. Согласия, как правило, типовые, то есть они на организацию, на под одну цель. Вот.
они, как правило, все одинаковые. Вот. Нужно прям запросить, посмотреть, проверить, чтобы не было избыточного сбора. То есть, предположим, если у вас написано, что собирают там фамилию, имя, отчество, паспортные данные, вот, СНИЛС, ННН, еще что-нибудь, да, то есть нет контактного телефона и нет имейла, а они вам нужны для регистрации. Вот, возможно, есть смысл сделать отдельное согласие, но понимать, ну, сделать уже от себя, если это ваше. А если это от организации, соответственно, нужно написать докладную записку, вот, о том, чтобы собрали. То есть вот такой-то ситуации, вот, нам это надо, мы это делаем, вот, согласия у нас этого нету, прошу собрать согласие. Соответственно, пускай руководство этим вопросом озаботится и сделает. Штрафы там действительно, коллеги, очень большие. Персональные данные, сейчас я не знаю, если за них возьмутся более плотно, чем на данный момент, мне кажется, там бюджет прям очень сильно пополнится. Там, ну, понятно, что там на институт такие штрафы накладывать не будут. Эти штрафы там для Яндексов, для Гуглов предназначены, но там до 18 миллионов доходит. Вот. То есть минимальные, сейчас я не знаю уже. Ну, наверное, самый маленький штраф – это 30 тысяч на должностное лицо. Вот. А средний штраф на юридическое лицо – 200, 300, 450 штрафов. Ну, то есть они прям заходят хорошо. Так, Сергей, возможно, уточняет. Необходимо письменное согласие или достаточно устного? Необходимо письменное. Необходимо письменное, потому что устное согласие, во-первых, само по себе сложно доказывать. То есть законодательство поставлено таким образом, что оператор, на него возложена обязанность доказать о том, что согласие было получено. Естественно, доказать наличие устного согласия очень сложно, очень сложно. То есть в бизнесе, например, при рекламных звонках, вот, то есть этот вопрос часто поднимается, когда звонят: «Здравствуйте, мы там большая маркетинговая компания», вот, и начинается вот это какое-то там рассказывание о каком-то продукте. Вот. То есть, по сути, это реклама, вот, распространение по сетям электросвязи туда же относится. Они должны спросить прежде согласие на то, что вы согласны выслушать или вы не согласны. Вот. И очень часто стоит вопрос, то есть, ну, мы обзваниваем там по 100-150 тысяч человек в день. То есть, и как долго нам эти согласия держать, да, хранить их. Вот. И представляете, там объем информации, который мы собираем, то есть, если, ну, вот, мы устное собрали, ну, записывайте, фиксируйте. Вот. А другого пути нет, потому что если спросят, как ты будешь доказывать, было или не было. Вот. Поэтому письменное, вот. А учитывая ваш вопрос о видео, я так понимаю, что это уточнение к вашему вопросу о видеозаписи занятия. Вот. Здесь только письменное, в соответствии с 152-м законом. Дмитрий спрашивает, какие действия следует предпринять в случае утечки персональных данных? Какие еще могут быть юридические последствия для учебного заведения и его сотрудников? Для этого надо познакомиться с ответственным по персональным данным вашей организации. Вот, потому что все действия в случае утечки предпринимает он. Вот. Если это лицо Дмитрий, вы, то, соответственно, пишите в личку, я вам объясню. Вот. Аудит-чек, да, вот. То есть, что нужно сделать.
Вот, где вот эти слабые места, потому что там в течение 72 часов нужно уже расследование провести по утечке. Естественно, Роскомнадзор надо сразу же информировать об этом. Какие могут быть юридические последствия для учебного заведения? Штраф его сотрудников. Ответственное лицо, штраф автоматом. Вот. То лицо, которое в рамках образовательного процесса непроизвольно произвело распространение персональных данных. Вот. Я думаю, что легкая дисциплинарная ответственность. Прям такая легкая-легкая. Вот. Преподавателю вообще очень тяжело как, такой прям серьезный вред принести вот, распространением. Только если случайно, это больше риск репутационный. И вот после, если мы рассматриваем вариант, когда вы выходите за рамки, а судя по тому, что я слышу от некоторых коллег, выходить за рамки приходится часто. И по сути преподаватель в этот момент принимает на себя обязанности оператора персональных данных. Вот. Поэтому, то есть с этим нужно быть осторожным. Нужно вообще, наверное, то есть свой рабочий процесс, вы его знаете, то есть он уже достаточно изучен. И посмотреть его именно сквозь линзу персональных данных. Где я беру, что я беру, нужно ли мне это, не нужно. Потому что очень часто бывает, это такая запутанная сфера. Вот. И поэтому там очень многие даже там ответственные лица, они путаются и берут избыточные. А сейчас законодательство сильно ужесточилось, вот, в этом плане. То есть забрали основания, когда лицо не признается оператором. Вот, то есть то, что осталось, это прямо совсем мало-мало. То есть практически никто туда не подпадает. И, по сути, любое юридическое лицо является оператором в той или иной мере. То есть мы работаем с самозанятыми, мы операторы. У нас есть сотрудники, мы операторы. У нас есть ученики, все, мы прям совсем операторы. Мы собираем на сайте какие-нибудь сведения, форму захвата, мы операторы. Вот. Это необходимо подавать в Роскомнадзор. Сведения о том, что мы являемся операторами, указывать категории, цели обработки, зачем, что, почему. Вот. Поэтому, если вы работаете на какую-то организацию, просмотреть именно вот в этой оптике. Где собираю, что собираю, надо ли мне это собирать, может быть, не надо. И если делать все ну, достаточно аккуратно, то проблем никаких не будет. Так. Можете ли вы привести примеры реальных случаев утечки персональных данных в образовательных учреждениях, как они были разрешены? Ну вот преподаватель, о котором я говорил, что он на мероприятие отвел студентов, там то ли второй, то ли третий курс был. В школе часто бывает, вот, когда начинают публиковать сведения о достижениях. То есть, с одной стороны, мы прославляем свою школу, вот, мы показываем, какая у нас активная жизнь, буйная идет, вот, как много у нас мероприятий, все такое. А с другой стороны, у нас неправильно оформлено согласие. Вот, и получается, что мы раздаем информацию, на которую, в принципе, нам разрешение никто не давал. Разрешается это, как правило, ну, то есть каких-то именно вот больших процессов. То есть, если мы смотрим на преподавателя, вот, то есть, чтобы преподавателя привлекли к ответственности, я такого не встречал. То есть, чтобы было именно административное взыскание, наложение штрафа. Вот. А организации штрафуют. Нужно подбирать практику, смотреть. Вот, но такие как прецеденты есть. Вот, они не только образовательные, то есть, ну, очень многие организации так.
Для Роскомнадзора нет никакой принципиальной разницы. Образовательная организация или необразовательная. Они проверяют всех. Просто образовательная попадает чаще под контроль, а именно по причине того, что особенно частная. Вот. Потому что активная реклама идет, они быстрее на глаза попадают. Вот. И по ним сведения. Есть все по лицензирующему органу. Вот, все сведения, они есть отдельные. То есть, если нужно поставить план проверок, то, соответственно, совсем просто. И по образовательной организации понятно, что проверять. То есть, даже я, не работая в Роскомнадзоре, я понимаю, как проверяют, вот, и по каким категориям, но точно, там, я не знаю, 80% частников ошибаются вот прям вообще. Ну, прям совсем ошибаются. То есть, как те, кто из моего возраста, да, вот, они помнят такое, я не знаю, ну, наверное, как анекдот, да, то, что вас еще не привлекли к ответственности, это не ваша заслуга, а наш недосмотр. То есть на данный момент активно не выискивают, ну, выискивают других. У Роскомнадзора, у него, кстати, очень хорошая система. Вот, надзора стоит, вот, потому что там проверяют электронно, вот, там проверяют алгоритмы. Вот, они оснащены на это очень хорошо. Ну, как и налоговая служба. Вот. Поэтому мониторинг происходит постоянно, он идет 24 на 7. И не на все реагируется. Это вызвано там многими вопросами, это отдельная тема. Вот. Ну, то есть, как некоторые из коллег, они говорят, когда начинаешь говорить о том, что ну, персональные данные нужно привести в порядок. Коллеги говорят, я не знаю, я 3 года работаю, меня вообще еще никто не тронул. И вот там еще вот те работают, и их никто не тронул. И вообще, кого я знаю, никто никого не тронул. Вот. То есть это вовсе не показатель. Тронули, не тронули, это вообще не показатель. То есть там по другой сфере, вот, там где-то лет 10 назад, там тоже было очень много споров, это касается налогового законодательства. Вот, и предприниматели ходили такие радостные, думали, что они прям ну, вообще всех обманули. Вот, и так живут хорошо, и налоги не платят. А в это время в налоговой академии на втором курсе рассказывали о той схеме, которой они пользуются. Потом пришло время, вот, и, соответственно, все вот эти горе-предприниматели вот, подпали под субсидиарную ответственность. Субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность к ответственности, которую несет организация. И суммы там, соответственно, большие. Поэтому там рассчитывать на то, что нас не привлекают на данный момент, к нам вопросов никто не имеет, это ну, такая очень слабая защита. Легче и проще, по моему опыту, легче и проще делать правильно сразу и все. Никаких проблем нет. Так. Какие-то вопросы здесь были? Александр Николаевич, если по личному домашнему телефону кто-то звонит, на вопрос, откуда у них этот телефон, отвечает, у нас он в базе данных. Что необходимо сделать, чтобы предъявить претензию звонящему? А, как правило, звонящие тоже понимают прекрасно, что они нарушают законодательство. Я, как юрист, люблю в такие игры поиграть и всем вот этим вот холодно звонящим вот, начинаю им объяснять о том, что они нарушают законодательство. Во-первых, о рекламе, во-вторых, о персональных данных. И спрашивать, как называется организация, ее ИНН. Либо дают совсем левый, либо не дают ничего, бросают трубки. Вот. Поэтому с этим бороться, это нужно очень много времени иметь. Но если вас интересует конкретный алгоритм, как с этим бороться, то есть спрашиваете. Наименование организации ННН, говорите минуточку, все это записываете, вот, потом составляете в Роскомнадзор жалобу, ну, и звонящий будет объясняться. Вот.
Ну, как правило, до туда не доходят вообще. То есть, ну, они не дают просто нужную информацию. Так, Дмитрий, какие еще существуют способы обучения персонала правилам обработки персональных данных? Какие еще подразумевает то, что какие-то уже есть? А какие есть? Вообще классически в ответственных организациях процесс по персональным данным поставлен так. То есть есть одно ответственное лицо, которое занимается всеми персональными данными в организации. Оно, соответственно, выстраивает процесс весь обучения. То есть по отдельным позициям просматривается, кто с кем работает. Процессы настраиваются, то есть кто с какими персональными данными работает. И для того, чтобы не заставлять заниматься там глупостями, да, изучать там 152-й закон, изучать средства криптозащиты, изучать аттестацию рабочих мест, вот, преподавателя, там, образно говоря, химии. Вот. То есть ему это все не нужно, для него это избыточная информация, и, соответственно, то есть он от нее никак не прирастает и не развивается. И отнесется он к этому обучению также. Вот. То есть информация раскладывается именно, на мой взгляд, наиболее эффективно, вот, раскладывать именно по позиционно. То есть есть позиция, смотрим, с чем позиция работает, вот, актуализируем, соответственно, есть слот, вот, в котором, если изменилось законодательство, то есть какие позиции нам нужно провести, вот, инструктаж, нужно собрать, и все это делается. И это достаточно эффективно работает. Вот. Не могу сказать, что у меня есть такой опыт, да, или там неизвестно о таком опыте в ВУЗе. Вот. То есть в частных организациях, в нескольких школах, с которыми я работаю, вот, это делается так, и это, ну, достаточно эффективно. Вот. Во многих организациях это делается, корочки получили, и слава богу. Вот. Но я лично противник корочек, поэтому то есть я не поддерживаю такой путь. Так. Какие особенности есть у законодательства о защите персональных данных в онлайн-образовании и дистанционном обучении, спрашивает Дмитрий. Правило универсальное, вот, просто когда мы уходим в дистанционное обучение, то некоторые из коллег еще пытаются как-то объяснить, что они не занимаются автоматизированной обработкой персональных данных. По моему опыту, как только обучающийся зарегистрировал личный кабинет, вот, в нашей ЛМС, он уже отдал нам свои персональные данные. Эти персональные данные находятся в автоматизированной системе, потому что ЛМС все-таки рассматривается как база данных. Вот. А автоматизированная система считается совокупность баз данных. И, соответственно, мы с ним так работаем. На мой взгляд, здесь нужно исходить сразу же из того, что мы работаем в автоматизированной системе, вот, аттестовать рабочее место, особенно если речь идет о дополнительном профессиональном образовании, вот, то да, не хотелось бы, вот, но скупиться не надо, надо аттестовать рабочее место, надо ставить криптозащиту, вот, не так дорого это стоит. Ну, конечно, все относительно. Но если сравнить со штрафами Роскомнадзора, это совсем недорого. Если я не ошибаюсь, там в районе 50 тысяч стоит аттестация. Вот. А штраф, когда мы так начинаем,
Нет, мы не автоматизированно обрабатываем. Мы вручную, вот там вот кто-то мне когда-то на вебинаре говорил, что если я в Excel заполняю табличку, то это не считается обработка с помощью средств автоматизации. Вот. С Excel, да, не считается. Но как ЛМС загрузили данные, уже считается. Но опять-таки это моя позиция. То есть, возможно, Роскомнадзор ее когда-нибудь рассмотрят по-другому. Но не факт, что две схожие ситуации, разные территориальные управления рассмотрят одинаково. То есть, на мой взгляд, безопасно тогда, когда у тебя есть под это обоснование, а не просто мнение, суждение и какое-то, ну, такое обывательское. Так. Александр Николаевич, как определить официально, кто-то использует мои персональные данные или нет? Спросить. Ну, очень такая замечательная возможность есть у субъекта персональных данных. Он может спросить, и организация обязана ответить. А если не ответит, вот, в течение 10 дней, я так от подписок отделываюсь. Вот. Есть организация, которая очень не хотела не отписывать от своих сервисов. Вот. Я им написал письмо о том, что какие мои персональные данные, с какой целью вы обрабатываете. Вот. Ответа мне не пришло. Вот. Накатал в Роскомнадзор бумагу, все, все вообще абсолютно рассылки прекратились. Чем это для ребят обошлось, не знаю. Но я по-честному предупреждал. Так, поэтому вы можете спросить, и вам обязаны ответить. Если я не ошибаюсь, в течение 10 дней. Не ответили, будет штраф. Так. Ведь мы подписываем эти согласия направо-налево. Соглашусь. Почти каждый раз, когда прихожу в МФЦС, меня требуют. Да, и в поликлиниках тоже. В организации понятно, это элемент контракта или приложения к нему. Да, ну тоже такой спорный вопрос. Ну, везде, где вы предоставляете персональные данные, везде вы подписываете согласие. Ну, то есть понятно, это очевидно. Вы также у работодателя своего можете спросить, какие персональные данные, зачем, потому что очень часто бывает такое, что приходишь устраиваться на работу, с тебя берут персональные данные, а еще персональные данные твоей жены, ну, и твоих детей. И твоей бывшей жены, потому что ей алименты надо платить. Вот, и еще что-нибудь. То есть тут идет разделение. Некоторые персональные данные, они обрабатывают в силу закона. То есть хотите вы того, не хотите, вот, они все равно обрабатываются. Но тут есть такая особенность, на это и согласие брать не надо. Вот. Но, как правило, организации уже прям так дуют на воду и прям согласие берут на все. Вот. Согласие избыточное, ну, персональные данные такая очень тонкая тема. Вот. В нее, когда заходишь, там все прям такое ощущение, что другого уже ничего нет. Законны ли эти требования? Надежда, надежда, надежда. Наверное, что-то пропустил. Какие требования? Не вижу. Не вижу. Если можете, поясните. Будет замечательно. Вот. Еще важное ваше внимание хочу сфокусировать на важном вопросе. Если вы делаете какие-то опросы, то есть вот что-то нужно сделать в формах, да, то есть такой экспрессик собрать, не пользуйтесь Google формами, пользуйтесь Яндекс формами. Поймите правильно, это не реклама. Объясню почему. Вот, Яндекс мне ничего за это не платит. Есть такое понятие трансграничная передача данных. Вот, то есть это передача данных за рубеж. Да? Российских граждан, вот, за рубежи нашей Российской Федерации. Сервера, на которых хранится информация с Google Form, они находятся в Соединенных Штатах, и, если я не ошибаюсь, в Австралии. Вот. Если вы загоняете своих студентов, ну понятно, что образно загоняете,
Вот. Если вы просите пройти Google форму, по сути, персональные данные уходят за рубеж. Вот. Быстро, удобно, хорошо, здорово, но в случае чего дорого, очень дорого. Вот. Яндекс.Формы, освоить их вообще несложно, принцип тот же. Может быть, визуально они там не совсем привычны, но Яндекс.Форма – это наша. Вот. То есть, если вы используете Яндекс.Форму, то проблем никаких не будет. Вот. Продолжение обсуждения требований по персональным данным. Законны ли эти требования? Надежда, не понимаю. Вы меня уж простите, пожалуйста. Наше время вышло, наверное, уже. Коллеги, приглашаю вас в свой пост. Точнее, пост об этом вебинаре, вот, в группе ВК, Директ Академии. И там я буду очень стараться отвечать на все ваши вопросы. Большое спасибо, что пришли, вот, что уделяете время свое, вот, и внимание этой важной теме. Дмитрий. Какие универсальные рекомендации можно дать преподавателям для обеспечения безопасности персональных данных? Дмитрий, вот все универсальное, оно нехорошее. Потому что оно для всех и по факту не для кого. Давайте попробуем резюмировать. Просмотреть свою работу. Где вы соприкасаетесь с персональными данными. Ознакомиться с локальными актами своей организации. Если работаете в нескольких организациях, соответственно, в нескольких организациях. Разграничивать, где вы работаете в рамках своих должностных обязанностей, а где вы за них выходите. То есть, например, отвести ребят на конференцию, если вам этого никто не поручал, вот, это ваша личная инициатива, то здесь вы работаете сами. Не бояться, не стесняться, просить отдельное согласие. То есть, если что-то не покрывается, вот, никаких проблем не будет с этим. У нас был опыт. Еще одну важную вещь сказал. Дмитрий, извините меня, пожалуйста, здесь прервусь. Рассылки. Мы все ходим по конференциям, и мы все, то есть, как-то собираем вот эти вот контакты, нетворкинг, а потом приглашаем на свои мероприятия, коллеги, друзья, приходите. Ставьте, пожалуйста, один адрес. В кому? Остальные адреса, вот у вас есть там, допустим, 15-20 коллег там, с прошлой конференции, которых вы хотели бы позвать. Ставьте их в скрытую копию. Чтобы никто не видел, то есть если я получаю письмо, чтобы я не видел 19 других получателей этого письма. Потому что, как правило, все люди взрослые, серьезные, все свои электронные адреса подписывают своими именами. Да? Если там будет написано вот, в каком-то письме Александр Николаевич, да, и фамилия, и электронный адрес, а если там еще и указан название вуза, да, или там корпоративная почта, вот, то очень много информации вы отдали. Хотели сделать хорошее, доброе дело, а в результате отдали лишнюю информацию, которую дали вам. Вот. И возвращаемся к там, к универсальным требованиям, которые мы, наверное, хотели бы сформулировать. Вот. То есть, что там еще можно сделать? Не знаю. Ничего не приходит в голову вот сейчас.
Рекомендую вот так вот просматривать конкретно свою работу. Если в ней что-то меняется, то, соответственно, вносить какие-то изменения. Ну и смело контактировать, познакомиться, кто у вас ответственное лицо, ваша организация по персональным данным. Вот, смело с ним контактировать, этим вы разовьете его, вот это ответственное лицо, и разовьете сами, и не нарушите. Потому что ну, вместе всегда когортное обучение, наше все. Надежда, есть ли закон, который обязывает учреждение собирать сведения о персональных данных, а каждому давать данные по ННН, паспортные данные, сведения о банковской карте? Надежда, это, наверное, ННН, сведения о банковской карте, это к трудовому законодательству, наверное, относится. Есть ли закон, который обязывает учреждение собирать сведения о персональных данных, а каждому давать данные по ННН? Ну, это, наверное, трудовое законодательство. И в силу трудового законодательства работодатель для исполнения своих обязанностей, наверное, вопрос об этом. Для исполнения своих обязанностей он обязан передавать сведения по персонифицированному учету, по отчислениям, переводить вам куда-то зарплату. То есть если речь об этом, то ну да, они обязаны это делать в силу закона. И даже если вы отзовете свое согласие, если мы говорим об отношениях работник-работодатель, ну, вот, они все равно продолжат это делать. И они это делают в силу закона, им для этого ваше согласие не нужно. Это работодатель перестраховывается, когда включает согласие все подряд. Какие специфические проблемы, спрашивает Дмитрий, в области защиты персональных данных могут возникнуть в контексте психологического консультирования? Дмитрий, какой здоровский вопрос. Вам его нужно перенести в ВК, вот, я вам на него отвечу, потому что на курсе профпереподготовки мы этот вопрос там с психологами разбираем, я знаю на него ответ. И там много специфических проблем в силу специфичности самой профессиональной деятельности. Коллеги, большое спасибо. Татьяна, вы с нами? Пока Татьяна не с нами, мы можем еще что-нибудь обсудить. А с нами, вот пишет, что она с нами. Татьяна, мы решили передвинуться в ВК, вот, и там продолжить. Да. Спасибо, пишет Надежда, спасибо Вера, Оксана, вот, Елена. Спасибо вам, коллеги, спасибо, что уделяете должное внимание этой теме. Вот. Я думаю, что потихонечку, общими усилиями наладим, будет все здорово работать. И, соответственно, можно будет прижимать уже тех злодеев, которые нам досаждают своими звонками, как раньше продавцы канадских пылесосов. Вот. Большое спасибо, коллеги. Все. Жду ваших вопросов ВКонтакте, буду отвечать. Всего доброго.